Представляем обзор надежной велофары BLT6, которая представлена в двух цветах – красном и серебристом. Несмотря на внешнюю простоту, она отличается великолепной яркостью и универсальностью применения. Комплектация BLT6 этому прямое подтверждение, так как вместе с велофарой в комплекте поставляется наголовное крепление для использования фонаря в качестве налобного, аккумуляторный блок в чехле, сетевое зарядное устройство и два крепления. Фактически фонарь можно использовать сразу после покупки, ведь все необходимое в комплекте уже есть. Благодаря светодиоду Cree XML-T6, гладкому отражателю и закаленному стеклу с максимальной светопередачей световой поток достигает 1200 люмен, а максимальная дальность луча составляет 500 метров. По контуру линзы можно заметить зеленую полоску – это резиновое кольцо из светонакопителя. Оно светится в темноте и помогает определить местоположение фары. На максимальном режиме яркости велофара может работать до 3 часов. Достаточное охлаждение обеспечивает форма корпуса с ребрами радиатора, вследствие чего велофара не перегревается. Аккумуляторный блок состоит из 4 элементов 18650. Удобный чехол позволяет надежно закрепить его на велосипеде или ремне. Благодаря своей конструкции элементы питания можно заряжать от сети, не извлекая. Во время зарядки на самом зарядном устройстве индикатор будет гореть красным светом. Как только зарядка завершена, загорится зеленый. Велофара BLT6 может работать в трех режимах. Режимы последовательно переключаются кнопкой, которая находится на самом фонаре сзади. Фонарь включается в максимальном режиме, далее средний, после идет режим стробоскоп, и при следующем нажатии кнопки фонарь выключается. Световая индикация кнопки позволяет определить местоположение фары и уровень заряда батареи. В выключенном состоянии кнопка мигает синим цветом. Когда фара включена, синий горит постоянно, красный свет загорается, когда заряд батарей очень низкий. Велофара закрепляется на велосипеде или на головной повязке при помощи универсальных колец. Есть возможность регулировать наклон вертикальной плоскости. Можно светить как вдаль, так и перед собой. BLT6 отлично используется в качестве налобного фонаря. Удобное крепление надежно фиксирует фонарь на голове, а аккумуляторный блок можно разместить на рюкзаке или ремне. Защищенное соединение с аккумуляторным блоком и наличие силиконового кольца на резьбовом соединении позволяют использовать велофару BLT6 даже в непогоду. Если подвести итог, можно сказать, что благодаря своим техническим параметрам и комплектации велофара BLT6 будет незаменимой во время велопрогулок и в походах, а также в быту и для ежедневного использования. Велофара BLT6 является отличным фонарем с лучшим соотношением цена-качество. Такой фонарь станет вашим надежным помощником в любых условиях.